Я приветствую вас, дорогие мои друзья. Вы на канале Tarot Angel Planet. И у нас расклад, который называется «Хождение по кругу». Скажем так, это такой терапевтический расклад для работы с повторяющимися травматичными ситуациями. Каждый для себя сам определяет, какая у него ситуация повторяющаяся, что у него повторяется. И мы будем смотреть на влияние этого паттерна в этом раскладе. Давайте пока расскажу, пока рассказываю, не забудьте поставить лайк, подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Итак, о чем пойдет речь? Мы будем проверять суть вопроса повторяющейся ситуации, как попадание в это повторение, в этот повторяющийся паттерн влияет на вас, что делает вас уязвимым именно вот в этой ситуации, в этом повторяющемся моменте, да, что как бы и ваше поведение, да, и повторяется в этом паттерне, собственно. Будем смотреть про осознанные мотивы, которые опять приводят нас к попаданию в эту ситуацию. Будем смотреть на неосознанные мотивы, бессознательные, что толкает вновь и вновь, да, на подобные ситуации, что мешает видеть ситуацию объективно, замечать эти грабли вовремя или не замечать, что нужно понять, чтобы выйти из этой ситуации, из повторяющегося круга. Ну и советы, итоги тоже, как всегда, посмотрим. Итак, что нам первое необходимо знать? Мы с вами будем говорить суть повторяющейся ситуации. Суть. В чем суть повторяющейся ситуации? Как всегда, хотим больше, чем можем себе позволить. Нас штормит. Мы, в принципе, вперед-то идем. Суть. Мы тут и с документами связаны, и с обязательствами связаны. Отпустить все не можем. Оно нас куда-то уносит, непонятно куда. Повторяющиеся неприятные отношения. Постоянно плачем, себя утешаем, других людей утешаем. Если вы смотрите на отношения, то вот эта карта как раз для вас. Почему мы попадаем, и мы тут постоянно плачем. Суть повторяющейся ситуации, что мы постоянно расстроены. Расстроены несбывшимися ожиданиями. Расстроены тем, что наша карьера пришла в никуда. Вроде лестница есть, но стоит вот она посреди моря. Куда дальше идти, непонятно. А тут, оказывается, надо переродиться и в молнию превратиться. А как это сделать? Да кто же его знает, собственно. По деловому каналу, если попадаете, тут есть какая-то легкомысленность в этих картах, в этих посланиях, в этих письмах. Это не тут письма, документы, которые летают тут вокруг. Попадаем, что-то, может быть, и не улавливаем, не контролируем, потому что их слишком много, и это множество нас куда-то уносит. Давайте посмотрим, как мы, да, попадаем в этот паттерн. Как попадаем, как влияет. Сами хотим, сами летим, сами бежим. Сами хотим карьеры, нас трясет, да, там флаттер, ямы. Сами хотим. Мы хотим вот этой цели добиться, а негативного-то мы и не видим. Но на самом деле летать-то опасно бывает, да? Но и без риска ничего не добьешься. Кто не пьет, ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского, об этом. Сами хотим. Вот туда и повторяем. Сами туда и летим. И еще и радуемся. Завидуем другим. Наблюдаем со стороны. Хотим так же. Но это касается делового отношения и обращения. Но все люди зеркалят друг друга. Может быть, тут излишне позавидовали. Смотрим туда в зеркало, как в портал, так же жить хотим. Если в отношениях смотреть, то тоже завидуем, что у других отношения хорошие, как вот со спины видим. А что там с лица творится, непонятно. Возможно, вот вы сейчас тоже наблюдаете за спиной этого человека. Этот человек наблюдает за этим, а вы сейчас с монитора экрана за ним. И вот так по цепочке, друг за другом.
в спину дышите. Хотим, завидуем, поэтому и попадаем в эти повторяющиеся паттерны поведения. Строим воздушные замки. Слишком много в голове себе придумываем. Тут еще речь идет о том, что у нас такие запросы, которые не оправдываются. Наши ожидания не оправдываются. Как оно на нас влияет, если посмотреть, то тут, конечно, тяжело. Нелегко вот такую бандуру носить. А завидовать-то легко, а воплощать все то, что у того человека есть, трудно. Причем они, вот видите, похоже, как будто он сам за собой наблюдает. У вас все это есть, но у вас своя душа. Там у человека есть свет. Вот тут вам как совет зажигать свой свет. Ну, не завидовать, да, идти своим путем, своей дорогою. Повторяющийся паттерн поведения. Давайте посмотрим, как влияет. Ну, мы, знаете, и дома тоже закрываемся ото всех. Наша крепость, да, наш дом, наша крепость. Влияет оно, ну, с одной стороны, для кого-то хорошо влияет, потому что кто-то уходит в одиночество и сам собой проясняется. А для кого-то это такое влияние одиночества негативное. Человек не хочет проясняться, мне вот грустно, одиноко, плохо, мне не хочется дома сидеть. Кто-то, наоборот, считает, что это хорошо, что вот меня там вернуло в дом, к истокам. В общем, влияет по-разному, если посмотреть. Давайте посмотрим, что делает нас уязвимыми в этом виде повторяющихся травматичных ситуаций. Одиночество как уязвимость. Если мы его не принимаем, то мы не будем у себя сами дома, как вот по этой карте. С одной стороны, все хорошо, но с другой стороны, вроде как одиноко. Нет принятия и наслаждения этого мира, что вот этот весь океан вокруг, это и есть жизнь, и я часть его. Мне не может быть одиноко, тут Бог в каждой частичке, в солнце. Вот одиночество, оно уязвляет. Мы к друзьям бежим, хотим поддержки. Друзья, конечно, поддерживают, это хорошо. Здесь влияние такое. Ну, с кем еще поговорить, да, о проблемах? С другом. Можно поговорить с другом. Дружеское отношение, собака, верность. Мы сразу привержены чему-то, сразу верными становимся. Вот я бы сказала, тут ситуация-то хорошо на нас влияет. То есть не все так плохо, не так страшно, черт, как его малюют. Даже если у вас травматичный опыт, как вот по этой карте слезы в ситуациях, даже если такое происходит, то вы все равно оказываетесь вот тут рядом с другом, вы оказываетесь наедине сами с собой. В принципе, не все так плохо. Поэтому этот повторяющийся паттерн, ну да, что он делает? Но еще делает нас, мы вроде такие мягкие, пушистые, но давайте, обидьте нас, и мы будем вот такими черными кроликами, которые в негативе застряли. Мы не понимаем, куда мы идем. Свечку зажгли, а идем в темноте. Так озлобленно наершившись, насупившись. Давайте посмотрим на осознанные мотивы, приводящие к попаданию вот в эти повторяющиеся ситуации. А мы осознанно-то сами с людьми не выбираем общаться. От нас что-то просят, что-то требуют. А мы такие, да, мы сейчас сами в себе. Нам и так хорошо. А потом удивляемся, да, что же у нас не склеилось в отношениях. Только себе уделяем время и внимание. Еще какие у нас есть осознанные мотивы? Эгоистичное наплевательство и надменность. Мы сами попадаем в эти ловушки. Где-то не доглядели, не досмотрели. Эмпатию от других людей не почувствовали. Что они там чувствуют? Да нам пофиг, вот мы сидим и куда-то улетели в свои миры. Нам и тут хорошо. Это и приводит к этим граблям, на которые мы постоянно наступаем. Про отношения, видимо, тут для тех, кто в отношениях. Человек ищет третьего лишнего. Больше, лучше, по-другому, не понимает. Это вот осознанное избегание. Мужчина стоит между двумя женщинами довольно часто. Если расклад сейчас смотрит женщина, для нее это сам факт того, что мужчина, да, там может кого-то искать другого. Она думает, что она недостаточно хороша.
Ну, тут, знаете, что, и красоткам изменяют. И Шакире, и прочим Джей Ло. Если смотрит мужчина, да, женщина тоже может изменять. Но вообще это совет идет такой, что человек ищет больше, ищет лучше, ищет по-другому. Что-то надоедает, приедается. Но вот свою стабильность бросить не готов, жизнь изменить не готов. То есть, наступая на одни и те же грабли, мы наступаем из-за чего? Вот именно из-за этого, что чего-то ищем. Старое бросить тоже не хотим. Это называется «сам ням, другим не дам». Или «сама ням, другим не дам». Вот об этом. Как собака на сене. Еще есть у нас осознанные ситуации? Ну, конечно, городская суета. В городе все так привыкли жить. Все знают, что надо бегать по городу, что это стиль, ритм жизни такой, что мы вынуждены, мы живем в городе, мы работаем. Дом – работа, работа – дом, деваться некуда. Вот это тоже осознанный момент, что мы осознанно понимаем, что ну как мы куда денемся. Давайте посмотрим на бессознательные или неосознанные моменты в бессознательном, которые толкают на вот это вот все. Штормит эмоционально. Если вы осознаете эти осознанные и неосознанные моменты, понимаете, что нельзя искать больше лучше по-другому, нельзя завидовать, надменно относиться, то осознание этой проблемы – это уже половина решения этих проблем. То есть вот тут мы понимаем, что, ну да, штормит, два дурака, три дурака в одном тазу пустились по морю в грозу, но в данном случае вы тут в одиночестве. Почему мы наступаем? Потому что сами себя не понимаем. Море хотим, а справиться с ним не можем. Но в 10 тысяч раз нас больше, может, в миллионы, миллиарды. И мы неосознанно, да, непонятно рискуем. Зачем и для чего? Прям по краю сгорел сарай, сгори и хата. Давайте еще посмотрим на бессознательные мотивы. Да тут, собственно, сидели бы у телека, да ничего бы не делали. Бессознательное наше. Не хочет на самом деле подсознание работать, не хочет решать, да, но оно само там рассосется. Очень много тут нагромождения идет. Одно является следствием другого. Смотрите, если это об отношениях у вас, то женщина, да, может придумать и обидеться на что-то свое. Мужчина это не поймет. Он уже там свое что-то себе придумал и потом уже обижается на нее, что она его не так понимает. Это все с чего-то начинается. Нагромождение начинается с нагромождения. Давайте посмотрим, какие еще бессознательные мотивы. Делаем одно, говорим другое, не являемся хозяевами своего слова, своего языка. Или, например, говорим, что сделаем, а потом этого не делаем. Или зазря сказали, потому что энергию слили. Давайте теперь посмотрим, что мешает видеть ситуацию объективно. Наше благородное терпение ради чего-то такого, что вот потом будет нам призом. Слона едят по частям. Нам мешает увидеть, да, этого слона. Где же эта цель? Что же мы в конце концов получим? Мы не знаем, с чего начать есть слона. Вот об этом идет эта карта. Как бы нам решить, да? Вот что? Что мы терпим? Ради чего мы терпим? Где этот слон? Как его съесть? Какую перспективу в этом увидеть? Может быть, мы прямо вот впритык стоим и видим только серую кожу. Нам надо или отдалиться, или ощупать, пощупать. Это значит, надо проверить, проанализировать. Начать слона тестировать, куда-то идти, выбрать то, ради чего терпите, тоже как вариант, как выбор чего-то, да, вот, ну, я принимаю это, потому что это мое предназначение, да, потерпеть, подождать, вывести, вынести, это тоже момент такой, или так принимаем, или так, или ищем этого слона и меняем ситуацию, или принимаем этого слона и терпим и ждем ради благородных целей. Давайте посмотрим, что еще мешает видеть ситуацию объективно. А мы отворачиваемся, не хотим видеть, убегаем, избегаем сами. Знали бы, как решать проблемы, бы решали. Мы бы не убегали. Мы все бежим куда-то, бежим от проблем.
И обязательно это как-то связано через одиночество. Много кто кого не понимает. Кажется со стороны, что у всех там все хорошо. Все делают вид, что у всех хорошо. А если так вот в одиночестве оставь, копни каждого человека. На самом деле в глубине страдания. Поэтому вот эта ситуация такая, что у всех все хорошо, никто не страдает. Это тоже видимость такая, показуха. Все куда-то в себя, вглубь себя бегут. Давайте посмотрим, что нужно понять, чтобы выйти из этого. Понять нужно, не стоит сожалеть о прошлом, не стоит разочаровываться из-за своих несбывшихся ожиданий. Тут девушка хотела алмазов, ну вот тут стеклышки, камушки, да. Не стоит, ну это вот любые наши неоправданные ожидания, это есть те самые стеклышки, камушки, которые унесет также морем. Но не стоит из-за этого переживать. Не стоит это вспоминать, не стоит сейчас сидеть и на ними чахнуть. Вот это точно не стоит. Да, они не настоящие, получились фальшивые, да, красивые. Или мы их принимаем и с ними что-то делаем, с этими результатами. Или понимаем, что да, мы прожили, мы с ними посидели, тут пошли дальше. Этого точно не стоит тут сидеть дальше, горевать. Что еще мы можем сделать? Не быть сухарями, в конце концов, поддерживать других людей. Когда мы уходим сами от себя, мы ищем какой-то завершенности. Вот мы идем вот как символу завершенности, совершенства, к шару, кругу, создаем свою землю. Это, знаете, совет о том, что идти и создавать вот такое свое общество тех ответственных, любящих людей, которым вместе хорошо. Прорастать, да, заново свою жизнь начинать. Сил много. Вот росток, он даже сквозь асфальт может прорасти. Так с чего вы взяли, люди, что у вас не хватит сил, что у вас сил меньше, чем у этого ростка, чтобы пробиться сквозь, ну, ментальные такие запреты этого асфальта? Хватит. Сил-то хватит, сил у вас много, энергии много. Тут дорога идет. Пусть дорога и сквозь какие-то горячие точки. Тут вопросы о войне идут. Но на эту тему надо отдельно снимать. Отдельное видео, отдельные грабли. Что мы все воюем сами с собой, воюем с другими людьми. А война, которая в мире творится, это отражение наших воинственных настроек внутренних. Это об этом. Здесь мы понимаем, что это нам мешает видеть ситуацию объективно, что та война, которая происходит извне, она нас зеркалит. Понимать, что это об этом. Поэтому мы не можем мы всю ситуацию увидеть, охватить. Вот это вот мироздание. Себя надо начинать, потому что мы и есть часть этого мироздания. Если мы не будем воевать, то и вокруг не будет воевать никто. А если вокруг никто не воюет и на нас влияет мир, то и мы ни с кем не воюем. Все взаимосвязано. Долгая дорога в дюнах. Давайте посмотрим, какие еще советы, да, мы можем. Время лечит. Можем принять, посмотреть. Все пройдет, и эта пустыня, которая здесь у нас неоднократно встречалась, вот она переродится в голубую планету. Все будет хорошо. Создавать и верить, что все будет хорошо, но лечит время. Ярко, страстно жить, любить эту жизнь, танцевать, наслаждаться, принимать. Да, жизнь она такая, да, но ее надо любить. Иначе мы уйдем с долгами непринятия и будем перерождаться в следующей жизни с этим унынием. То, чем страстно вам хотелось, может быть, в детстве заниматься, пора бы заняться или вернуть себе эту мечту. Может быть, это то самое истинное. Танцевать с этой жизнью. Ярко, страстно проживать свою жизнь. Давайте итог посмотрим, да, к чему приведет осознанная работа. Ну, мы уже сменим локацию. Осознанная работа к новым дорогам приходит. Тут, конечно, как результат, пока нету тепла в отношениях. А, ну зато мечты сбываются. Наши мечты сбываются. Мы как рыба в воде, рыбка как символ. Тут изобилие и сбыча мечт. Золотая рыбка нас услышит. Ну, в данном случае Всевышний. Ну, вот
Рыба – это такой многогранный символ, он и в христианстве как символ Христа идет рыба. Рыба как удача, знак удачи, символ удачи. И мы как рыба в своем течении плывем, лавируем и выплываем куда надо. Даже вот тут закрытыми глазами. Наши глаза – это рыбки, вот нас куда-то наше подсознание приведет. Но это хорошая карта, хороший расклад. Приведет к взаимопониманию, кто ищет отношения, вот этот эзотерический расклад. Он поможет вам проясниться, поможет вам, ну, неосознанно, да, глядя на это все, ваше подсознание будет работать, вы прояснитесь, и в конце концов будет гармония в отношениях. Отношениях не только в любви, но и просто с людьми, просто в отношениях со всеми, кто вокруг есть. Мы завершаем наш расклад. Ставь лайк, подписывайся. В комментариях пиши «принимаю с благодарностью», ставь колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Я жду вас на личных раскладах, консультациях, ссылка в описании канала.